На днях у наших соседей в Челябинске состоялось вот прямо очень громкое и даже звонкое ночное ограбление магазина по очень актуальной в наши дни антиникотиновой теме. К тому же юные злодеи его готовили загодя и приняли меры к тому, чтобы им сподручнее было грабить. Нападение с большим ущербом бизнесу случилось по адресу Барбюса, 20. Магазин этот называется «Смок Клаб» и торгует, соответственно, тем, что пускает дым. Как в традиционном плане убиение лошадей никотиновыми палочками, так и новомодными низковольтными сигаретами, жидкостями и прочим. Нынешние цены на сигареты делают пачки этаким концентратом денег, почти что купюрами. Весят всего ничего, куш срывается солидный и быстро. Занимаются этим почти исключительно молодые люди, прекрасно понимающие, что в силу возраста, даже если их поймают, то не посадят. Главное здесь делать все быстро, не обращая внимания на то, насколько это будет громко. Магазин в этой десятиэтажке работает с 10 до 10, а ограбили его ранним утром. Да так символично, что на проломленной входной двери осталась издевательская для хозяев надпись «Работаем». Владельцы, кстати, оценили нанесенный общий ущерб более чем 150 тысяч рублей. А насчет подготовки этого налета паблик «Челябинск. Новости Инбург» приводит такие слова читательницы, имеющие кое-какое к магазину отношение. Цитата. Установлено, что днем ранее подозреваемые в 02:58 осматривали территорию, прилегающую к магазину, и оставили на крыльце магазина коробку. В этой же коробке на следующий день ими был вынесен из магазина похищенный товар. Просим откликнуться очевидцев. За ценную информацию гарантируем вознаграждение. Конец цитаты.